Всем привет, ребятки, здравствуйте. Я тут начал трансляцию, начал разговаривать, а у меня, короче, сбился микрофон в настройках. Я такой сижу, разговариваю, думаю, ну, чё с дела. Ладно, всем здрасте, сегодня у нас бои модераторов против подписчиков, уже третий раз, и напомню, что у нас трансляция ведется в официальную группу ВКонтакте, поэтому соблюдайте правила чата, уважайте всех, кто там участников, всех игроков, и меня, и себя, и всех-всех-всех уважайте, не ругайтесь, и все тогда у вас будет хорошо. Вот, напомню еще, что у нас, если команда подписчиков победит, они получат по 200 алмазов каждый. Три боя, как обычно. Ну и, в принципе, я готов начинать. Все, поехали. Я думаю, что меня может кто-нибудь там слышит из тех, кто там лобби создавал. Мало людей смотрит Miracle. Ну, что поделать. Правила такие. Трансляция должна быть на официальном канале. На моем канале нет, на моем канале таких вещей ждать не надо, потому что у меня нет таких средств, чтобы по 3000 алмазов выделять на один стрим. Подстава? Ну я вижу там Заки, только у Заки только нету модераторской, получается, рамочки, и все. Может быть, его там взяли в команду модераторов в последнее время. Сам еще не знаю. По поводу наборов, ребят, это все в официальной группе происходило, и происходило это до стрима, может быть, там, в течение этой недели, поэтому, если вас что-то интересует, задавайте вопросы модераторам, я, честно, не знаю, что и как. Интересные баны, Бэйна, Сана забанили, ребята. Ну, сейчас поедут Харли, поедут Циклопы, поедут на Скоринки всякие, посмотрим, как это будет выглядеть. Фрей первым пиком, интересно. Здравствуй, Эрон. Привет. И Real Chop тебе тоже. И всем остальным, ребятки. Приятного просмотрика вам. А вот, музыки у нас нету, потому что у нас официальный канал. На официальном канале нам запретили музыку использовать на стримах. Вот, ну, ту, которую мы обычно слушаем с вами. Поэтому будем слушать классическую мелодию мобилочки нашей Mobile Legends. Вот, так что... Надеюсь, она вам не успеет надоесть. Ну еще рано, Топлолита, желать удачи. Здравствуй, Твест, привет. Стандартный пик у модеров уже выбран. А, ну, меня никто об этом не уведомил, что там стандартный пик у модеров. Интересно, Карина, Идора, Фрея. А дальше, что ждать дальше? Модеры проиграют. Ну, судя по набору игроков в команде подписчиков, мне кажется, первую игру они выиграют. ML есть на ПК, Лёха. На ПК. Ну, только если через эмулятор играть, тогда да, тогда есть. А так, именно отдельной игрой вряд ли. Тигрил и Керри. Интересно, а кто выбирал им пики? Типа, голосовали эти? Или это типа лучших героев, когда выбирали, типа там лучший маг, лучший убийца, лучший стрелок, лучший танк, лучший боец. Они типа лучших по версии официальной группы забрали себе. Керри сейчас фу, да, согласен. Обычные люди выбирали. Ну понятно, обычные. Все мы обычные люди. Не гребет эмулятор, Леха. Ну, у тебя, видимо, какие-то проблемы с установкой, может быть, или еще с чем-нибудь. Потому что я устанавливал себе эмулятор, устанавливал себе эту ML-очку, и все было нормально. Привет, The Walking Dead, здравствуй. Зря Керри взяли, Lucky Man. Ну, если у них пик уже был определен, значит, только это они не могли взять. А вот в команде подписчиков у нас нету мага, ребят. Есть два убийцы, есть два бойца полутанка и нету мага. АДК тоже такой посредственный, хотя Лейла сейчас не так плоха на фоне всех остальных АДК после вот этих вот всяких изменений в игровом процессе. Но что-то мне все равно как-то не нравится. Может потому, что у меня скина нету на Лейлу, поэтому... Привет, Мажор. Ну что, ребятки, пики у нас прошли. В принципе, что, можем теперь только пожелать удачи обеим командам. И пускай победит сильнейший, как говорится. И с вами мы увидимся в перерыве. Давайте. Сейчас только грузится как-то долго, ребята.
Надеюсь, сейчас кричать у меня не будет игра, как она обычно любит делать. Сейчас еще Афродита загрузится и вообще. И какой бой начнется прекрасный. Кстати, посмотрите, в команде модераторов все легенды, кроме одного человека. Так, ну ладно, ладно, давайте смотрим. Сэднес будет играть у нас на Фрейд, Дейзи у нас будет играть на Эйдоре, Заки на Карине, Зверько на Керри и Карвер будет играть у нас на Тигриле. Не самый лучший пик, как бы так. Ну, Карина это круто, да, Эйдора это неплохо, Фрея это что-то мне не понравилось в последнее время. Парень силовым символом будет у нас играть на Чу, Несмотр будет играть у нас на... Ух ты, интересно, я вот чуть ниже посмотрел и испугался сразу. Ладно, на Руби он будет играть, у нас Афродита будет играть на Лейли, но при этом у нее стоит казнь. Юстепука, Истерика, боже мой, Истерика будет играть на Фанни, и Алоид будет играть у нас на Наташ. Кстати, Алоид уже второй раз у нас попадает в эти бои. То есть я его в предыдущий раз видел, и сейчас я его вижу. Очень интересно, как там у нас набор происходит. Может, кого-то там через связи берут все-таки на бои для того, чтобы выиграли. Они выиграли 200 алмазов, честно и официально. Ну ладно, ладно, пока не будем забегать наперед мы. И Фанни у нас будет стоять на миде. Интересно, Фанни будет стоять на миде. Зверько, кстати, уже практически четвертый уровень есть. Минута прошла всего игры. То есть крипов он-то нафармил довольно-таки немало. И по денежке, наверное, впереди планеты всей у нас шагает. 804 монеты, да, даже Фанни обгоняет. Фанни 708. Ну, 20 монет всего, в принципе, это не так уж много, но... Ну ладно, здесь у нас сейчас сражение происходило за Крабика. Крабика у нас сейчас забирает Заки через смайт и получает четвертый уровень. Дальше можно... Наверное, немножечко понаглеть, но при этом у него остается половина жизни. Если там Чу начнет раскастовываться, можно и Алоиду было подлететь. Но у него нет сейчас инвиза, поэтому ему приходится сейчас уходить в кусты. Рядом еще и Дейзи есть, она подсейвит у нас Заки. Станчик там залетит, я думаю. Но вот забирать, наверное, будет сложно. Даже при том, что сейчас у Заки есть ульта, у Дейзи нет ульты, поэтому много урона им нанести будет сложновато. Вот, как только Дейзи получит четвертый уровень, мне кажется, тогда уже начнутся у нас киллы здесь делаться. И, скорее всего, это будет сделано Наташа. Залетает у нас сейчас Чу. И, да, вылазит Наталья. Смотрите, Заки заглушку получил. И немного, по чуть-чуть ему ХП начинает снимать. У нас Наталья отгоняет сейчас Эйдору. И Заки, скорее всего, будет отправляться в таверну. Нет, он делает ФБ у нас. И размен. Добивает у нас сейчас Заки Чу. И Алоэд отправляет его в таверну. 1-1. Ну, в принципе, ФБ. ФБ это, конечно, гораздо лучше. Но при этом размен был, получается, в танка на убийце. Сэднес у нас отправляется в таверну, потому что слишком нагло как-то он полез под тауэр. Там его тауэр добивал, он еще немного, он ему урона наносил. Здесь Афродита. И кто же у нас убийство? А, Руби, получается, у нас убийство получил. И добивают у нас здесь Дейзи. Сейчас Алоэда. Наталья у нас вылезла, что-то нагловато. Как мне показалось, с половиной хп она отсюда уходила уже с линии, потом вернулась, видимо, хотела за заглушку забрать, но при том, что сейчас идет вторая минута, и у Натальи нет никаких итемов, я думаю, это такое опрометчивое было довольно-таки решение. А сейчас истерика у нас будет встречать Зверко, насколько я понимаю, да? А Зверко у нас уходит за бафом, истерика стоит на верхнем крипе. Здесь Дейзи начинает у нас пинать, заталкивает ее по тауэр. Ой-ой-ой, боже мой, как такое вообще, в принципе, могло получиться? У нас сейчас Дейзи откидывалась станом, то есть первым скиллом, и он улетел не в Чу, а улетел в крипа. В ближайшего крипа. Вот это было странно. И здесь у нас истерика сейчас забирает Керин и начинает преследовать Фрейд. Здесь сразу подбежал у нас Тигрил. И да, я отправляю таверну. Равный счет, ребятки, у нас сохраняется. То есть размены 1-1 у нас продолжаются. Начинает у нас... Вот в этот раз, конечно, начинали ребятки из команды подписчиков, получается, делать размен. Если бы там не было такого жесткого смещения из двух человек с нижней линии, то, наверное, бы Фанни еще успела бы улететь. Там энергия, в принципе, на трос была, но там Фрейя поймала ее на удар Господа. И вот это уже не очень хорошо. Возвращается Фанни. У Фанни теперь нету бафа. Баф, интересно, она забирала у, получается, у Зверько здесь. Или все-таки фармила свой. Вот судя по таймингу, как-то я даже не могу определить, потому что крипы должны были респаться раньше. А сейчас только третья 3.50, у нас забирается баф. Очень интересно. По пятому уровню есть ребят наверху сейчас. Здесь Заки. У Заки седьмой уровень уже. Ого-го-го. Ему опять отдали черепаху. Залетает сейчас на Заки. У нас Чу будет его поднимать в воздух. Будет ее выталкивать. Оттуда он Карину. Сразу заглушечка. Вот Наталья у нас хорошо полетела. Да, вот Дейзи. Ой-ой-ой, Алоэ слишком далеко залетел. У нас по тауэр добивает вот сейчас Заки. Чу добивает Заки и пытается уйти. Но здесь у нас подбегает Зверько. Да, и Чу будет отправиться в таверну. 5-4. Размены произошли. И получается, да, двоих ребят с верхней линии, с команды подписчиков у нас забрали. Но слишком как-то они нагло заходят под двух магов, при том, что у них, скорее всего, маг-резиста никакого нету у Натальи. Ну, это естественно, тут не о чем говорить. Вот, ну и что-то там капюшончик себе, получается, купил Чу, и при этом ребята между двумя таверами решили подраться. Очень странно. Притом начинали не с ватной Доры, а с Карины, которая может заивейдить урон, хоть какую-то часть урона заивейдить.
Ну и ладно, ладно. Туда, в принципе, мог прилететь истерика на трассах, если бы он хотел что-нибудь сделать и помочь. Можно было бы, наверное, там и гораздо лучше подраться. Наталья со второго блинка залетела по тауру, поэтому вот это серьезная такая ошибка. Она получила тычку, а пришлось немного отступать. И вот к этому все и привело, что два человека у нас отправились в таверну с верхней линии. Сейчас у нас истерика, получается, Заки просадила на половину хп практически, да, и Заки почему-то сейчас стоит на миде. Смотрите, миди разверкуя 7 уровень, и чуть больше, получается, по экспу есть у Заки, который стоял в дуолейне. А Дейзи у нас сейчас одна и с Тавром, у которого очень мало жизни, просто если сейчас подойдет эта катапульта, скорее всего, у нас Тавр будет падать, и за ним уже, наверное, отправится и Дейзи. Залетает у нас Чу, поднимает, да, Дейзи начинает выталкивать, сейчас будет заглушка от Натали, да, все так, в принципе, и происходит, начинает, Наталья включает ульту, на флешке вылетает у нас Дейзи, здесь Чу, да, и он идет, скорее всего, уходит у нас Чу, крипы далековато еще. Союзный, но при этом сюда никто не смещается. Сейчас из команды модераторов будет падать Тавр. Дейзи уже у нас таверный. 5-6 становится у нас счет. Оставили еду одну, и пришлось, конечно, теперь остаться и без нее на некоторое время ребятам. И Заки у нас погиб на миде. Ребят, сейчас, скорее всего, забирала Фанни, потому что смещение, вот, я вижу только от Руби. Вряд ли здесь Руби как-то помогал. Ну, хотя все может быть, у Руби там что. Ну, все скиллы есть, в принципе, то есть ни ульта, ни очищение, ничего не в откате. Хотя, когда ты убиваешь Карину, наверное, тебе очищение особо не нужно. Забегает у нас Руби, и стяжечка вообще в никуда. Просто затягивается Ангели как до крипа. Слишком агрессивно. Может быть, подлагит из-за хоста или еще что-нибудь. Какие-то проблемы у ребят, может быть, есть. Вот. Пока точно сказать вам не могу. И что я вижу? Там топор кровожадности, что ли? Да, топор кровожадности и новые ботиночки на регенерацию сейчас у нас у Руби. Я смотрю, хилится. Ну, интересно, получается, может быть, она даже не в танка пойдет. Может быть, это Руби в урон. И такое может быть. Это же все-таки команда подписчиков, как мы знаем. Ребята здесь собрались, те, кто создает эту мету. Может быть, теперь так у нас на Руби придется играть. Залетает у нас два человека сейчас на зверько из команды подписчиков. Забирают его, истерика пытается сделать ТП-шечку, но слишком близко. Слишком близко к врагам. Тавара нету, еще один тросик, и в принципе можно улететь отсюда, да. Да, улетает, ее пытается преследовать сейчас Карина, но, скорее всего, уже догонять не будет. Тут уже ТП-шечка у нас улетит, Алоэд. Алоэд здесь, хорошо, нападает на Карину, но при этом нападает стычки. И он, походу, еще не ушел в инвиз, потому что заглушка у нас не повесилась. Давайте по фарму посмотрим, 5-7 пока что у нас по командам. Фанни 4400, 3700 у нас Заки, 3400 у нас Зверько, 1-2-1. Не очень приятно у него сейчас игровая ситуация с Эднес, 0-1-1. Вот как вначале там поместился, так, наверное, после этого он решил не агрессировать. 8 уровень, в принципе, у него уже есть 3 человека из команды подписчиков. Сейчас смещается в сторону мида, здесь Тигрил, он их прочекал. Залетает сюда Фанни, и у Тигрила такие небольшие, в принципе, наверное, есть проблемы, потому что... А, нет, уже команда здесь подходит, у нас Эднес сейчас, по-моему, произвел... Нет, это мне показалось, я думал, что он произвел очищение, я думаю... Как и для чего это было сделано, непонятно. Ребятки немножко тут подрались, кулаками помахали и расходятся по разным сторонам. Решили здесь они уже не драться, потому что нужно пушить и немножечко золота подфармливать. Смотрите, у нас Карл уже залетает на Тигриле сейчас через флешку. Для чего это было сделано, непонятно, потому что флешка потеряна, когда у него 120 секунд. Фанни пытается сейчас пушить, да, добивает на Тауру, летает в ближайшие кусты, Фрей включает ульту и на стяжка Тигрила по одному чона заезжает. Начинает разлетаться, но здесь истерика, с этого остается половина хп после ульты, еще меньше осталось. И Тигрила оставляют здесь, Тигрила оставляют здесь ребята, он отправляется у нас в таверну. А вот сейчас бы флешка, наверное, помогла, и Сетнеса у нас тоже добивают, ребята, 5-9 у нас становится счет в пользу команды подписчиков. Молодцы ребята, вообще так слаженно довольно действуют, и истерика молодец, не побоялся, зашел, допушил тавер, то есть стяжки отигрила там не было, когда она была нужна, и потом стяжка отигрила влетела в одного Чу. Здесь у нас проблемы сейчас у Чу как раз таки. Я думал, что Керри его будет добивать, но Керри сейчас очень долго откатывает блин, залетает сейчас на зверько у нас истерика и немножечко, так сказать, отвлекает, получается, команду. И Т2 таверный у нас уже упал и на нижней линии, и на топ-линии у команды модераторов. То есть по фарму, посмотрите, у нас уже перефарм в 4000 в пользу команды подписчиков. При том, что разница всего в 4 килла, это 8 минута, 9 практически. Не очень хорошо. Не есть это хорошо для команды модераторов, потому что потом это вытягивать будет очень тяжело. При том, что есть те герои, которые могут наносить у нас урон и в мид-гейме, который уже у нас начинается, и потом и в лейт-гейме. Вот, у Фрей что-то вообще не заходит игра у нас. Пытаются сейчас ребята поймать, наносят понемножечку урон. Да, у нас залетает сейчас, вот, у Сэднеса пошло очищение. Пошло очищение, после этого он все равно возвращается в бой. И Чу у нас сейчас держит на себе просто пятерых. Из вражеской команды заталкивает Фрею под свою же башню. То есть под ее башню. И сейчас, наверное, будут проблемы у Афродиты. Здесь у нас истерика, он ТП-аут сделал на базу. У Афродиты остается очень мало жизни, замедление, Тигрила полетела. Да, добивает ее Карина, получается. Двойное убийство сейчас делает Заки, тройное убийство. Руби тоже отправляется в таверну, практически выровнял. У нас команда модераторов по киллам, но при этом отставание по золоту сократилось всего на 800 монет. Вот они как раз таки 3 килла с ассистиками.
Улетела истерика, но вряд ли она здесь бы уже помогала. Можно было бы полетать и попытаться кого-нибудь забрать, но там слишком много было. Слишком много людей там было. Хотя не участвовал Фрей у нас в этом замесе. У Фрей сейчас 0-2-2. Вот Заки, ну Карина, естественно. О чем говорить, ребята? Это Карина. Все знают, как Карина делает у нас тройные убийства. Нажимаешь кнопку убийства, нажимаешь вторую кнопку двойное убийство, нажимаешь третью кнопку тройное убийство. Если бы там находилась у нас еще и Фанни, и Наталья, можно было бы, наверное, и пенту сделать. Но не было здесь никого. Давайте посмотрим по фарму. У нас, я переживаю очень за Лейлу, да, у нее 4700. В принципе, не так мало, но при этом очень большое отставание от своего тиммейта, аж практически на 2500. Клинкспри у нас сейчас получается Фанни, нет, Фанни. Да, Фанни у нас получал киллинг-спид. Чё, опять загулял здесь. Получается, у него щит Афины. И, ребят, нет, добивает его все-таки зверько на керри. Странные бои какие-то происходят. Получается, забрали, да, Идору, отправили в таверну возле своей же базы, возле базы Идоры, возле базы команды модераторов. И после этого можно было бы, наверное, как-нибудь отступить, но Чу почему-то слишком яростно бросается в бой, притом не замечая, что его не поддерживают союзники. Для чего? Я немножко не понимаю. Может быть, кто-нибудь из вас понимает, тогда можете об этом в чат написать. Вот, ну, серьезно, ну, Чу это круто, Чу, конечно, много контроля, есть там скиллы, которые выйдет все, весь урон, но при этом надо ими грамотно пользоваться. Когда тебя атакует керри, уже, наверное, боль чувствует Чу. Да, даже этот Чу у нас. Сейчас у нас Наталью, скорее всего, выбьет, потому что... Почему я восклицательного знака не вижу ни над кем? Собирается у нас сейчас... Обе команды на миде, при этом нету Т1 тавера, получается, у команды модераторов есть Т1 тавер, у команды подписчиков, но у него по здоровью все очень-очень плохо. Можно было бы зайти там побэкдорить, как-нибудь побайтить, что ли, на себя, потому что у Тигрила уже должна быть флешечка, нет. Тигрил у нас где-то флешку тратил, походу, в предыдущем замесе, и поэтому до флешки у него еще 35 секунд. Я думал, что начинать будут у нас Тигрила, зверько. Здесь половина маны бегает быстро, это хорошо, но нынешняя керри вообще что-то, ее даже не банят уже, ребят. Даже вот, когда играешь в квалификацию, идет стадия пика, керри уже вообще не трогают. Никто даже не берет ее, не банят, они уже не вспоминают. То, в принципе, о чем мы с вами и ванговали, да, когда узнали, что у нас выйдет обновление. Я думаю, что команде подписчиков можно уходить в сплитпуш, потому что есть очень мобильные герои, таких как Фанни и Наталья. Урона у них много по товарам. В принципе, сборочки сейчас гораздо лучше. Истерика у нас начинает здесь фарм. И, в принципе, решила не трогать даже Идору. Вот, можно оттягивать. Одного-двоих оттянули на сплитпуш с помощью Фанни. После этого, когда кто-нибудь пришел на защиту своего Т3 тавера на ХГ, после этого можно навязывать драку где-нибудь, вот где вы видите своих соперников, тех, которые не ушли на защиту. И тогда, наверное, можно будет и победить. Все-таки 200 алмазов за победу. Если бы каждый раз так давали, наверное, у всех бы у нас уже были скины, и все бы, наверное, сражались гораздо ответственнее. Вот, модераторы ничего, кроме фана, в этой игре у нас не получают, а вот подписчикам, наверное, стоило бы постараться. Вот, смотрите, у нас сейчас чалочка была у Тигрила по одному, Чу очень большие проблемы, на него залетает Карина, добивает его сразу же, очень плохо по здоровью сейчас было у Истерики, и он тоже отправляется в таверну, тройное убийство у нас получает Карина, и это тимвайп от команды зрителей, ребят, никого не потеряли сейчас ребята из команды модераторов, Карина просто полетала, туда всех подобивала, и одно убийство у нас забирает сейчас Фрея. 14-10, и это мид, ребят, это мид просто... Не знаю, да куда они успеют, но я думаю, что Т1 точно, ну Т1 по-любому-то падает, Т2 тоже упадет. Можно еще даже, наверное, было бы покусать Т3 тавер на ХГ, но при этом сейчас нету керри. Керри у нас там ходит на топ-линию, чтобы отбить ее. И да, Т2 тавер у нас по-любому сейчас упадет. Первые защитники у нас появятся, вот сейчас только Чу, наверное, серьезных проблем сейчас не принесет четверым врагам из команды модераторов. Залетает сюда сейчас Тигри, он сагрил на себя тавер, получается, поднимает его. И ребята, можно было бы попушить. Ульта полетел у нас от Лейлы, выталкивает сейчас Тигри, не дают ему сделать... Стяжка, залетает Фанни, еще одна стяжка, стягивает сейчас у нас опять только Чу, Лейла добивает, у нас сейчас отправляет таверну Фрею, Эйдору, и все, ребят, это жестко, у нас остается сейчас здесь только Карина, Заки, который умудрился все-таки убежать из этого замеса, и зверько, который в нем не участвовал, 3 человека из команды модераторов сейчас отправляются в таверну, и можно идти забирать сейчас здесь Т2 Тауэр, где Лорд, кстати. Я как-то Лорда пропустил, видимо, и что-то я не понял, как это у нас произошло. Ну и ладно, не показался. Нам посмотрите, что просто делает у нас Карина. Она залетает почти на фуловую. Боже, ну это жестко. Мне кажется, что Карину нельзя использовать вообще в таких показательных матчах.
Ну серьезно, просто залетает флоу. Я понимаю, что это убийца. Я понимаю, что Лейла там не супер отфармленная, и в защиту у нее вряд ли что-нибудь есть, да? Ну да, в защиту ничего нет у нас у Лейлы. Вот. Ну, просто с ульты снимает практически все хп, ульта после этого у него откатывает, и он еще и добивает у нас после этого Наталью. Наталья, кстати, тоже убийца. Вот эта борьба убийц, да? Наталья, которая ничего не может сделать Карине, и Карина, которая убивает ее просто с 3-2 киллов. При практически одинаковом фарме. У Заки там 10к, у Натальи при этом 8-100, 2к разница, это один ИТМ. Один такой несерьезный ИТМ даже. Неполный. Ну, понятно, понятно. Если здесь сейчас будет каточка выиграна, то это, скорее всего, будут заслуги Заки. Просто смотрите, сейчас вот еще у нас Фанни начинает здесь летать. Карина просто стоит на месте, там бьет крипа, бьет Фанни. И у Фанни остается половина хп, и приходится улетать на базу. У Фанни у нас сейчас... да, есть синий баф, я думал, что нету, пропустила где-нибудь, поэтому могли быть проблемы. Чу у нас забегает, сейчас, скорее всего, будет отправляться в таверну, Керри начинает по нему настреливать. Почему не было сейчас стана о Дейзи, я не понимаю. Ни одного дизейбла не влетело Чу, он зашел, всех увидел, спокойненько вышел. Знаете, такой, просто зашел, ребят, я ошибся номером, или я не знаю, там ошибся дверью. И спокойно после этого подходит, залетает у нас Чу, сейчас будет выталкивать у нас Дейзи, выталкивает ее из облачка. Полетел ульта, от Рубин не дотягивается, Дейзи на флешке у нас уходит. Добивает сейчас Лейлу, отправляет в таверну, Карина начинает нарезать, и у нас Руби, скорее всего, отправится сейчас в таверну. Здесь ее, скорее всего, будет добивать Зверько. Да, Зверько получает у нас киллинг спри, а Ллойда проблема, потому что у него нет инвиза. Прыгает в него Карина. И Дейзи у нас там добили на нижней линии. Ллойд пытается убежать. Заки его преследует под всеми товарами. Да, добивает его, легендарного получает. Но при этом нижнюю линию у нас сейчас пушила Фанни. Здесь у нас есть Тигрил, который пытается отдефать. И нету крипов. Нету крипов. Фанни нужно уходить отсюда. Заки начинает его преследовать. И в принципе Фанни, по идее, должна улететь. При этом Т3 Тауэр на ХГ сейчас будет падать у команды подписчиков. Из защитников здесь есть только Фанни. Фрей включает у нас ульту и начинает разминать трон. Трон у нас, скорее всего, упадет, потому что Фанни даже не успела ТП-шнуться. А вот и победа. Ну что, прощайте 200 алмазов, сказали все участники команды подписчиков в этой игре. Поздравляем, поздравляем команду модераторов с отличным началом этого стрима. Молодцы, ребята. Не сдались, не отдали 200 алмазов. Жадные, жадные. Карина в бан. Да, Карина это жестко. Справедливая победа. Карина имба. Может быть. А, несправедливая победа. Ну, может и несправедливая победа. Карина жестко режет, ребят. Карина слишком жестко режет. Заки бутылочник. Ну, так, такие дела. Помнишь, как против меня 45 минут бился? Здорово, здорово. Я почему-то не помню. Привет, Макс, здравствуй. Место будет, возьмите плиз, Драгнил. У нас набирают сейчас здесь модераторы тех, кого уже отобрали заранее. Сейчас не рандомно набирают людей. Да не, не читы, не читы. Там по общей статистике было видно, что реально Кариночка выиграла пару замесов и все, и на этом закончилось. Мы тогда Dream Team играли, Лакимая. Ну, может быть, может. У меня с памятью всегда плохо. А что такое ХГ, НР, Crazy Boy? ХГ это High Ground, то есть это из Доты у нас термин. Там товара последние, это три товара, которые стоят на базе, они стоят на возвышенности. Ну то есть High Ground, возвышенность. Здесь ее особо не видно, но я уже привык к тому, что база это возвышенность. То есть ХГ, вот, как-то так. Как заранее? Ну вот так заранее, Сумка, вот так. Нету второй тима? Ну, если нету сейчас второй команды, может быть, пригласят третью. Если третьей нету, то, может быть, сейчас из вас будут ребятки набирать. Так что приготовьте свои ID. Сейчас, скорее всего, если не будет доставать у нас, не будет хватать игроков на матч, то по ID-шникам вашим, которые вы напишите в чат, буду добавлять. Но только ждите от приказа. Ждите приказа от кого-нибудь из модераторов. Не очень нам понравился пик, который выбрали подписчики. Ну... Зверько, шо поделать? Шо поделать? Да ладно, Фрули, чё там гореть-то было?
Если бы эта Фанни там играла, я не знаю, там 26 на 0 и при этом проиграла, потому что у нее там Тима вообще... Тима 47 хромосом, вот. Кстати, придумал себе название для Тима. Вот, на следующий сезон. Плюс 2к алмазов, почему Виджерет? Почему 2? Плюс 1000. 5 игроков по 200 алмазов, 1000. Сам ты зверько, а это не зверько? Ну ладно, ну ты назвался тогда, или назвалась. Что ли, я-то не знаю. Просто я спросил, то есть у нас там в начале кто-то писал, что там зверько у нас сейчас сидит за ником Mobile Legends Bang Bang Russia. С какой Клео? Модеры у нас с левой стороны, по аватарочкам же видно. Новая рамка годная, да. Гораздо прекраснее, чем предыдущая. Это Карвер? Ну, здравствуй, Карвер. Здравствуй. Да что вам с этой Кариной? Что это Карина изи контрится? Возьмите Харли, и Карина ничего нигде не сделает. Просто кидайте в нее ульту, кидайте в нее пару карт, Карина отправляется в таверну. Опасного 66-го нету? Ну, видимо. Ну, кстати, радуйтесь, что Заки не на лапу, но я думаю, что Карина здесь получше зашла, чем лапу. Нана ей лицо сломает, ну окей. Где трансляция, Игорь? Вот, собственно, перед твоими глазами. Я не знаю, Тоша, 2062, я не знаю, когда они отбирали игроков, честно, это не ко мне. Это вот, у нас есть Карвер, к нему этот вопрос. Или кто? Подождите. Карвер, не Карвер? Ну да, он. Я не знаю, ну, видимо, никто не играет, может быть, на Харли, поэтому не пикают. А чё мы ждем? Чё ждем? Где матч? Go играть? Crazy Boy, не знаю. То есть у нас уже пирсы за билеты. Alucard, Akai, если его оттуда еще не убрали. Mia. Ну, самые топовые персы у нас за билетики. Долг 2006, поздравляю, ты катаешь на Харли. Ты не единственный, но я тебя все-таки с этим поздравлю. Да, Шарфик, я тоже тебя поддерживаю в этом плане. Бой. Начинайте. Чего сидим? Кого ждем? Как бы не стоит тянуть кота за место его неприличное. Почему мы не стартуем? Хочу Хильду за билеты. А что еще хочешь за билеты, Crazy Boy? А ну рассказывай. По твоим желаниям как раз таки у нас и будет формироваться магазин за билеты героев. Угу. За хвост. Именно за хвост. Поехали. Стартуйте. Жмите кнопку. Ёкарный бабай, жмите. Что вы сидите-то? Девушку за билеты потом тоже добавят в магазин, ага. Хочу Фрулю за билеты, не. Ну, без вариантов. Ну, наконец-то, стартанули. Алло, какой будет S5 скин? Ну, вроде там кто-то говорил Харли, но при этом модераторы говорили, что не Харли. Поэтому, как-то так. Ли не очень? Ли Сун Син? Ты уверен в своих словах? Ли Сун Син не очень. Да это топовый стрелок. Это лучший герой в игре. У меня на Ли Сун Сине 1500 игр и 97% винрейта. О чем ты говоришь, Ли Сун Син? Ха! Ли Сун Син не очень. Вот это да. Crazy Boy, а потом ты проснулся.
Кто второй наблюдатель? Не знаю, не знаю. Да, обязан был на Лолиту, на самого популярного героя. Useless Ли Сун Син, да все, я с вами не хочу даже разговаривать. Ли Сун Син идеален, он Лакимен пишет, слушайте. Ли улучшит он имба. Имбу улучшит, вы представьте. Когда у тебя 1499 каток. Сана за билеты, да, Сана я тоже жду за билеты. Так хочу поиграть на Саня, а не вводят его за билеты. А 32 тысячи бон на него тратить как-то совсем не хочется. С ней на стриме познакомился. Crazy Boy, ну круто, круто. Я даже не знаю, что сказать. Совет да любовь, что ли? Четвертый игрок даже в случае победы не получает алмазы. Это что, Дэнди? Почему он не получает алмазы у нас? Чё это за дискриминация? Эйдор. Да, мне тоже интересно. Когда следующий стрим Тоша 2662, спрашивай это у модераторов. Если ты интересуешься по официальному каналу, то это не ко мне. Я просто комментатор. Я с этим никак не связан. Совсем-совсем. А, типа Эйдору забрал. Типа Эйдору забрал, а Эйдору нельзя было брать. У них же пик типа определен уже у команды модераторов. Они будут одним пиком играть 3 игры, а Эйдору у нас Дэнди забрал. А если у него нет больше героев, кроме Эйдора, что ему делать? Вот, например, у него Алукард, Нано и Эйдора. А чем ему играть, если Алукарда и Нано сразу забрали? Не надо так, не надо. Вам тем более Аврору отдали. Ну ладно, ребятки, ладно. Давайте смотреть. У нас уже тут матч начался. Вот, увидимся с вами в перерывчике. Удачи желаем обеим командам. Пускай победит у нас сильнейший, как обычно. Я надеюсь, Карину будут бить. Бить будут ее больно. Жалко, что не взяли Харли в команду подписчиков. Я бы за этим, конечно, прекраснейшим бы образом с вами понаблюдал. Но ладно, ладно. Дейзи у нас будет играть на Авроре, Зверько на Керри, Заки на Карине, Сэднес на Фрей и Карвер будет играть у нас на Тигриле. Изменения только в маге. Хорошо. Хеллеро будет играть у нас на Нане, Клевер у нас будет играть на Лукарде, Дэнди на Эйдоре, Шина будет играть у нас на Шайна, Шина будет у нас играть на Джонсоне и Электрошок будет играть у нас на Хильде. Вот, по пику нету стрелка, герои довольно-таки слабенькие, кроме Эйдора урон наносить некому, но при этом... Ребят, физ урон, конечно, можно наносить Алукард, но Алукард это такой себе геройчик, чтобы прям урон у нас наносить. Ну и ладно, ладно. Так, по линиям немножечко у нас изменения произошли. Здесь у нас как раз таки Клевер будет стоять с Дэнди. И я думаю, что линия Фрея-Аврора... Ой, да, Фрея-Аврора у нас очень сильная по сравнению вот с Эйдорой и Алукардом. Замораживающий у нас сейчас Дэнди, через флешку ему приходится уходить, хотя после этого дизейбл вряд ли он кого не получил, кроме удара Господа от Фреи. Я думаю, можно было бы флешечку не тратить. Ну и ладно, его решение, он его принял. Так, четвертый уровень у нас есть уже у Заки, дофармили не сейчас Крабика, по денежкам он сейчас бодренько топает вперед. Четвертый уровень нету даже у Мидера сейчас из команды подписчиков. Вот, ребят, и что я хотел сказать, почему Нана стоит не в дуал-лейне? Почему Нана стоит не в дуал-лейне? Потому что у Нана-то есть пассивка, она хоть как-то бы заспейсила команду. То есть Эйдоре можно было пойти на мид, а Нана бы стояла с Лукардом, и это было бы гораздо практичнее. То есть у Лукарда было бы больше денег, и Эйдора получила бы там то, что ей нужно получить. Потому что она все-таки это как саппорт у нас воспринимается по мете. А она типа мидер, ну пойдет на гангать, типа, ну даст она там хекс, но урона все равно не хватит. Не знаю.
Так, такое себе это дело. У Заки, кстати, практически пятый уровень. Ребята сейчас на его линии, его противники поднимают только еле-еле четвертый. Тигрил пытается что-то здесь размять, Карвер, но при этом проседает сам на полную ХП. Стяжка от Тигрила по двоим. У нас залетает сюда сразу же Карина, начинает нарезать она Джонсона. Джонсон у нас через флешку уходит. Электрошок в кусты, хорошо, начинает биться он с Тигрилом. Подходит сюда у нас Шина Джонсон. И, ребятки, да, первая кровь у нас от Заки. Тигрил отсюда убегает и, скорее всего, будет двойное убийство. Нет, через волну у нас Карвер добивает. И 2-0 в пользу команды модераторов. Вот такие вот дела. Два танка проиграли. Проиграли линию, проиграли первый замес до третьей минуты. Заморозочка полетела. У нас полетел станут Идор. Сейчас он залетел в Фрею. Фрей остается у нас половина ХП. У Лукарда включилась ульта. Волна уже от нее полетела. И при этом Фрей пытается что-то сделать. Сейчас уйти. Подходит сюда на Ана. Хекс полетел. Полетел у нас бумеранг. Касетнес у нас, скорее всего, будет добирать. Здесь добивает его Лукард. И поехал. Поехал у нас здесь Джонсон. Джонсон проезжает. Я думал, все-таки как-нибудь он здесь в этом промежутке вырулит, но нет. Сложновато это было сделать. Пытаются сейчас ребята догнать нас Дейзи. Дейзи у нас уходит по Тар. Здесь прячется. Есть ли у него ульта? Давайте посмотрим. Есть ульта, заморозочки уже нету, но ребята все-таки решили под товарочек у нас не соваться. Ульта есть, скорее всего, у Дэнди, поэтому он сейчас хочет хоть как-то поймать Аврору и из прокаста сдуть. Если сейчас Джонсон начнет вытанковывать, то, наверное, можно будет это сделать. Но у нас Аврора ультает сейчас через тэп-аут на базу. И все. Теперь возможности убить ее нету. Так, на нижней части карты от команды подписчиков у нас 4 человека. Залетают сейчас ребята уже в наглую. Просто пушат тавр, Тигрил вводит сейчас Хильду в ту сторону, промахиваются после проезда. И загоняют Хильду по Т2 тавр уже свой. Подбегают сюда нам, подбегают сюда Лукард. У него есть синий баф, то есть со скиллов он у нас будет замедлять, походу. Да, Хек полетел у нас Карвера. Ульта отличная, Карвер у нас отпрыгивает. Заки ульта не попадает от Наны, и они начинают убегать отсюда. Начинают убегать, ульта от Лукарда у нас висит сейчас на Карине. Поэтому она решила в бой не бросаться. Ну и здесь, в принципе, все целенькие. Карина с такими ребятами не любит драться. Карина любит, когда у кого-нибудь там 2/3 ХП не достает. Тогда она уже будет туда залетать. Карвер у нас слишком далеко сейчас зашел. Его ребята вчетвером здесь просто забирают. Заки получил у нас талант Идора, поэтому даже никак не может помочь своему союзнику. Включает ульту у нас сейчас Седнос и начинает размять тавер. Т3 тавер на Т1 тавер на нижней линии. Сейчас у нас будет падать у команды подписчиков. При этом счет у нас 2-2. И по золоту небольшой такой перефарм в пользу команды модераторов. Всего на 400 монет. В принципе, это совсем незначительно. Ну и ладно. Ладно, Карину у нас отогнали. Карина идет у нас фармить лес. Зверько 7 уровень. Карина 7 уровень. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь по фарму, как дела обстоят. 2800 у нас есть у Карина, 2300 у нас есть у Зверко, 2600 есть у Наны Медовой. Все остальные ребята из ее команды меньше 2000 нафармили, и хуже всего дела обстоят у Джонсона, хотя ему фарм, в принципе, сильно не нужен. Вот. Тяжеловато ему будет по сборочке. Тяжеловато ему будет по сборочке. То есть ему нужно собирать физ армор, чтобы у него пассивка хорошо работала. Нана увидела, что к ней 3 человека смещаются, сразу через флешку побежала. Побежала под свой тару, полетела просто. Сейчас ребята из команды модераторов пытаются забрать черепаху, но видят, что к ним смещаются и уходят отсюда. А Дейзи стоит на разведке на первой линии. Карвер у нас забегает. Сейчас Дэнди поднимает воздух. Стяжка от Тигрила. И через флешку у нас Дэнди уходит. Отлично, ульта сейчас была одна. Поднимает двоих воздух. У Дэнди остается половина ХП. Полетел тоже у нас бумеранг. Залетает у нас, смотрите, Хильда. Начинает разминать на Тигрила. Все просто, все скиллы полетели у нас. Сейчас Тигрила и ульта от Эйдора. И при этом Тигрил у нас на молоте богов уезжает из-за места спокойненько. Пятером его ребята не смогли заколупать. Интересно, что там у Тигрила по сборке. Особо ничего, ребят. Собирается проклятый шлем, есть ботинки на защиту и все. И там талисман на ману, все. Больше ничего. Интересно, почему все-таки урона ребятам не хватило. При этом 6 минута, то есть уже по слотам хоть что-то должно быть. У Лукарда нету ничего, там когти хаса собираются. У Дэнди, походу, вообще непонятно. Если он первым темом сейчас будет, получается, Макс Магатаку собирать через перья, то... Ну, тогда я не знаю. Я не знаю. Ну, ладно. Я на Эйдоре не играю, поэтому не знаю, насколько это профитно. Хорошо. Тавр у нас упал сейчас. Это один тавр на миде у команды модераторов. То есть еще Карина у нас за сплит пушила, получается, пока здесь происходили замесы. Это один тавр на топ-линии у команды подписчиков. Хильда залетает. Опять ульта полетела у нас в Карвера. Карвер вытанковывает просто все, что может. Заходит у нас Дэзи сейчас со спины. Отличная стяжка от Тигрила по трейн. Залетает туда Фрей, начинает включать ульту. Удар господа. Да, и у нас Стравьерн сразу же отправляется на нас. Здесь очень мало ХП остается у нас у Хильды. Хильду добивают. И через флешку у нас сейчас отпрыгивает Шина. Здесь и Дэнди проблема. Дэнди у нас, скорее всего, не уйдет. Добивает. Сейчас Зверько, здесь у нас Лукард пытается дефаться от Карину, при этом у Лукарда 8 уровень, у Заки сейчас уже 10, и скорее всего Заки, если у Лукарда нет ульты, то Заки, наверное, его на изи здесь разберет, наверное, даже по таврам. Наверное, даже по таврам пытается Заки сейчас фармить синий баф, да, он его дофармит, вот просто тычка, 700, плюс чистый урон, минус 1000 хп у Лукарда за
за скиллочек. Зверько разминает у нас сейчас шину и, скорее всего, заберу. Дейзи у нас отправляется в таверну. А, нет, смотрите, просто уходит у нас сейчас Джонсон без пассивки, без всего. Просто на тапочке убегает сейчас от Керри. И у Зверько, наверное, сейчас немного настроение поменялось, как я думаю. Ну ладно, ладно. Фрей байтит на себя в кустах. Сейчас у нас сидит Зверько, здесь его заметили. Полетел стал у нас и Хекса. Полетел опять в Тигрила, залетает у нас сейчас сюда Карина. Добивают у нас сразу же, Идора отправляет таверну. Отличная сяшка была, Тигрила по двоим, двойное убийство. Он сейчас получает керри и добивают Нана. Здесь добивает Тигрила и сразу же размен. Получается, три человека сейчас уже нету в команде подписчиков. Здесь Седнес очень так яростно сражается, очень мало у него хп было. Карину добивает сейчас у нас Нана через бумеранг. Ребята слоу хп. Слоу хп начали давить, пытались кого-то добить, но при этом, я не знаю, Джонсона забирать и идти с таким лоу хп и уезжать просто от одного бумеранга с Наны. Такое решение довольно-таки приятное для соперников. Вот. А для себя, наверное, это не очень было разумно делать. Ну ладно, ладно. Так, немножечко аналитики мы включим просто и все. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь поменялось. Сейчас 5300 у нас есть у Заки, 4500 есть у Наны, 3500 у Клевера на Алукарде. Очень мало, ребят, очень мало. 3500 на практически 9 минуте, после того, как уже прошло 14 убийств на карте. А команды, конечно, 6, но при этом он в них участвовал. Сейчас Карвер у нас не попадает по шине и пытается убежать. Вот что странно, ребят, что странно. Ребята из команды подписчиков совсем не слышали про фокус цели. То есть они видят Тигрила, они дают в него все свои дизейблы, все свои спеллы дают в него, а потом такие: ай, Карина залетела, а Хекса нету, стана от Идора нету, стана от Джонсона нету, ульты от Алукарда нету. Чем Карина-то контрить? Или Фрею хотя бы, не знаю, хоть что-нибудь контрить нормально. Выходит у нас сейчас Дэнди заморозка, заморозка у нас полетела в Дэнди, залетает сюда сразу же Зверько, отправляют у нас Дэнди в таверну, подпрыгивают Фрею сюда, забирают через крылья богов. Получается, и двойное убийство получает, она тоже в таверне, отлично, 10-6 становится счет, пользу команды модераторов. Ребята как раз-таки вверху там фармили моба и сместили Сацу, его даже не дофармить. Забегают у нас сейчас Тигрил, будет ли стяжечка? Джонсон его замедляет, и походу стяжка будет, и я не знаю, серьезно, Тигрил нас вывозит, поднимает Джонсон, стяжка полетела по двоим, и по Тигрилу начинает нас отстреливать тавер. Тигрил остается очень мало хп, добивают нас сейчас, сразу отправляют Лукарда в таверну, и шатдаун накидывают на Джонсона. Двойное убийство у нас получает Карина, это тимвайп, ребят. Тимвайп сейчас был от команды подписчиков. 13-7 становится у нас счет. И походу и здесь алмазики не получить. Тем ребяткам, которые играть будут в команде подписчиков в третьей игре, я советую брать Харли. Если вы не будете брать Харли, то с Фрейей и Кариной по-другому бороться, не знаю. Ну, только циклопом каким-нибудь, может быть. Нана это хорошо, да, есть Нана, это здорово. Там она кидает хексы, это замечательно. Но за хексы надо и забирать. Сейчас нету стрелка в команде подписчиков, и урона, в принципе, вообще физического не хватает. Лукард не наносит нужные цифры урона, потому что... Просто потому что Алукард ничего не нафармил практически. Что там, 4300 у Алукарда на 10 минуте, ребят. Ну это жестко. Ну 400 монет в минуту. При том, что у него еще начальные 300-очки там были. Ну, как раз. Как раз то он то и выходит. У Алукарда 1-2-2, в трех убийствах из 7 он поучаствовал. И поэтому сейчас залетает на Фрей, и мне кажется, Фрей даже с таким здоровьем его бы просто рассыпал. Если у Фрей есть очищение, можно с себя снять ульту Алукарда и потом наносить полноценный уже урон. И это примерно, наверное, поднимает у нас Седнес. Залетает Алукард, включилась ульта. Если у нас сейчас Седнес пытается отбайтить просто немножечко, но при этом его союзников рядом нет. И он убегает, Алукард пытается его догонять. И Клевер у нас ходит чуть выше и видит, что смещаются к нему с мида ребята из команды модераторов, которые только что забрали Идору. Заки забегает под тауэр, просто ульта, два скилла, у Клевера остается очень мало жизни, добивает у нас Дейзи. Алукард отправляется в таверну, залетает сюда Карвер, ничего не боятся уже ребята из команды модераторов, видимо, совсем уже так почувствовали свою власть на этой карте. И ребята из команды подписчиков сейчас пытаются дефать Т2 тауэр, который им абсолютно уже не нужен, потому что сверху идут у нас крипы, если кто-нибудь сместился туда бы из команды модераторов, то можно было бы, наверное, засплитпушить спокойненько. У Фрея мало жизни, да, Фрея это как приманочка такая, сейчас может быть сюда кто-нибудь будет залетать. У нас, смотри, здесь Карвер залетает, получает сразу же Хекс, получает ульту, он от Хильды, и у него остается очень мало жизни, на флешке он улетает, в ближайшие кусты полетел, ульта, Дейзи ни по кому не попала, сейчас тяжко отигрел, попадает только по одной Хильде, отличная ульта, сейчас была от Нана, поднимает воздух, она троих, и отправляют нас сейчас в таверну, отправляют нас Джонсона в таверну, Тигрила тоже у нас добивают, и... Не было Сэтнеса рядом, он залетает, включает ульту и сразу же получает Хекс, отправляется в таверну, накидывает ему шатдаун сейчас Эйдора. Понятно. Но Заки у нас делает дела грязные.
занимается сплитпушем, но замес не так долго продолжался, как ему, наверное, нужно было бы. Для того, чтобы он хотя бы тару успел бы хотя бы чуть-чуть просадить. Так, ладно, ладно. Ребята из команды зрителей сейчас прям не хотят отдавать свои 200 алмазов, хотят их получить. На Заки у нас сейчас залетает хек, залетает ульта у нас. Вот Нана накидывает ей шатдаун, Хильда не отпускает совсем, даже при том, что это Карина, при том, что у нее есть чем уйти. Через второй скилл она может как-нибудь там заевейдить урон и убежать, но нет, ребята очень много замедления ей накинули. Там, походу, еще бумеранг от Нана догонял, который тоже сейчас замедляет. И поэтому Заки у нас отправляет таверну, 5-2-5 у него статистика, 16-10 общая по командам. И 10600 у нас у Заки, и, ребят, посмотрите, 5400 лукарда, в два раза перефарма, вот она разница в уроне. А лукард у нас пытается бегать куда-то, чуть-чуть пофармить, но при этом вся команда, когда бегает вместе, фарма у нас, те, кто нужен, тем, кому нужен фарм, они его не получают. Бегает Джонсон, бегает Ахильда, ладно, Хильде хотя тоже и темы нужны. Нана в свое время уже себя нафармила, то, что ей в этом бою пригодится. Ей больше, в принципе, наверное, не надо, можно, наверное, было бы сверху еще щит бессмертия посадить. Но пока этого ребята не делают. Здесь у нас сейчас смещение полностью, все 5 человек из команды зрителей у нас здесь. Нет у нас Заки, Заки находится на нижней линии, сейчас здесь можно подраться. Будет у нас 5-4, выбили Sadness из кустов. Здесь у нас Дэзи стоит, она уже заряженная, Sadness. С кого будет начинать замес? Джонсон начинает давить, ребятки как-то пытаются откидываться. У нас зверько сейчас включает ульту, начинает настреливать по шине. И да, замес начинается, хорошо, влетает сюда ульта. Дэзи ни по кому она не попала, заморозка. У Дэзи остается очень мало жизни, скорее всего, лукарту ее будет добивать. Нет, добивает ее, получается, Джонсон. Через ракеты лукарту отправляется таверну, у Карвера остается очень мало жизни. О, хорошо, сейчас уехал на молоте богов. Уехал он от... Получается, бумеранга Наны. Здесь у нас электрошок. И добивают, смотрите, добивают они все-таки неудержимо. У нас сейчас получает зверько и продолжает замес, получает хекс. И начинает у нас, получается, Джонсон уезжать. Нану здесь оставил, забыл совсем. И Нана, скорее всего, здесь выиграет. Нана, скорее всего, здесь выиграет. Если немножечко по кусам бы там побегал, можно было на зверько потом накинуть хекс и отправить его в таверну через бумеранг. Но почему-то решили они здесь не драться. Подключается уже здесь Дэнди. И ребятки расходятся. Подрались, потеряли 3 человека из команды модераторов, потеряли 2 человека, 2 героя из команды зрителей, и, в принципе, в пользу зрителей подрались. Нормально. Но керри выжила. Ватная керри, которую можно было бы зафокусить, выжила, и 5-0-8 сейчас у нас имеет зверько, и, в принципе, уверенно себя чувствует и по фарму. 9000. Он на 3000 отстает от Карины, но Карина при этом замес у нас сейчас не особо яростно участвует, особенно в последних двух. Занимается пушем. Т2 тавр упал, крипов очень много пронесено. Смотрите, ой-ой-ой, залетает просто у нас Карина сейчас. У нее сразу залетает хекс. И просто Нану чуть не сдула нас с одной ульты. Если бы сдула Нану, скорее всего, после этого бы еще сдула и Дэнди. Залетает сейчас, да, просто добивает и уходит. Вообще, на зичах. Здесь сейчас у нас электрошок отправится в таверну, потому что зверько уже очень сильно накидывают. У него есть уже 4 тема. И, ребятки, это уже пахнет победой команды модераторов. Возродились сейчас все те, кто погиб в предыдущем замесе. Подходят у нас сейчас крипы. Можно было бы пойти пофармить лорда. Смещается, походу, туда сейчас у нас зверько. Но при этом он пошел за маночкой. Сейчас будет добивать крипа, получит ману. Может быть, вернется потом он на эту линию. Половина хп, даже 2/3 хп у нас нету. Сейчас вот Т3 тавара на ХГ у команды зрителей. Ребят, 21-13 счет. У Карины, наверное, уже фул, да, фул сборка полностью всей темы. У зверько не достает одного итема. И там у нас, может быть, говорящий с ветром будет собираться. Может быть, это клинок отчаяния. Посмотрим. Посмотрим, что соберет у нас зверько. Ладно. Сплитпуш. Такой небольшой сплитпуш, только не по самым дальним линиям, получается, на миде. Сейчас у нас 3 человека из команды модераторов, и на верхней линии сейчас находилась фреймити с Кариной, но при этом они сейчас отступают. Можно через Карвера начать на место, потому что у него сейчас есть флешка, есть ульта. Если ребятки соберутся, отлично, сейчас ульта была у Дейзи, просто заморожка по 4-м Карверу, слишком слоупочно это сейчас залетает, и божественно у нас получает, конечно, керри, добивают у нас тигрил, разменивают ее на лукарда. Боже мой, трипл килл, это все, ребят. Это тимвайп от команды зрителей. Как у нас Карина сделала трипл килл, вы сейчас все прекрасно видели. А вот вам и Карина, которую вы все так любите, и я вместе с вами. Давайте возьмемся за ручки и поздравим Карину с этой победой. И отличная, конечно, ульта была от Авроры, просто заморозка по четверым. Если бы еще тигрил не заслоупочил, наверное, можно было бы в какие-нибудь хайлайтики такие моменты кидать. Вторая победа от команды модераторов. Пик выбирали вы сами, так что теперь сами и страдайте от Карины. Вот, и надеюсь, я увижу Харли в команде зрителей в третьем бою, в последнем бою, который у нас сейчас будет проходить. Ну что, 10-2-7 Заки, при этом не MVP, 1-7-14 получил у нас Карвер, Седнес 5-3-9, 3-2-13 Дейзи, 7-0-11 Зверько. В этот раз у него гораздо лучше зашло, и при этом, что там по урону, у нас 83 тысячи, больше Карины даже нанес, молодец. Электрошок 2-7-7, понятно, 5-3-5, медовая Нана.
Клевер 2-6-4, бронза единственная в этой игре, понятно, 1-6-7 у нас Дэнди получил на Эйдоре, и 4-5 у нас Шина на Джонсоне. Я понял вас, ребят, я вас понял, отличная игра, спасибо, спасибо за данное представление. 1-7 на танке, я топ-тигрил, да. Лучший из лучших, Карвер, лучший. Я думаю, Немфис завидует сейчас в сторонке. Саид плачет, такой, боже мой, как научите, пожалуйста. Топ-стяжка, Меркл, да, оценили. А Шина это Яна? Нет, Шина это Ритм. Я не смотрю. Хорош, хорош. Понятно, тогда понятно, почему так. Да. Просто стрим залагал, его перезагружал, поэтому опоздал со стяжкой на 2 секунды. Ну что, где третья игра? Я жду пригласики. Спасибо. Я, пожалуй, тут останусь. Буду сейчас играть против них. Интересно, что за рамочка? А, это MSC. Это нижнюю надпись я не посмотрел, верхнюю смотрю, корона какая-то. Думаю, интересно, что за рамочка. Интересно. Хорошая. Слишком изи для модераторов? Ну, видимо, да. В следующий раз, ребятки, мы соберем с вами команду, пойдем выступим против модераторов, заработаем по 200 алмазов. Жаль, что без меня. Я не могу участвовать против команды модераторов. А жаль, 200 алмазов были бы не лишние. Подстава там тип с команды Дейзи. Вау. Ну и подстава, боже мой. Мне эту рамочку не хватило, да, видишь, мне тоже не хватило. Грусть, печалька. Тоска. А так хотелось. Док 2006, ты в Dream Team? Да вряд ли. Ребят, чё-то я не понимаю. Вам дают возможность выиграть 200 алмазов. Вы при этом приходите и не выигрываете 200 алмазов. Зажрались? Серьезно? Почему? Почему вы такой плей показываете? Серьезно. А списки вывешены были заранее. То есть вы знаете, кто с вами будет играть. Вы можете скооперироваться как-то. Там в Дискорде что ли посидеть. Обсудить пик. Обсудить, кто на какой роли будет играть. И реально выиграть просто по 200 алмазов. Ну и просто получить почет и уважение. А вы такие типа... Вообще, ну никакой это собранности, что ли, нету. Отсюда у вас нету, в принципе, и тимплея. Отсюда у вас нету и алмазов дополнительных. Топ-сабер возьмите в Dream Team, да. Хромосомка, ты вообще топ-топ на всех героях. И, наверное, может, у кого-то проблема, все бывает в руле. В смысле. Я говорю о том, чтобы собраться до игры, а не о том, что сейчас кто-то не заходит в игру. Нет. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто не пришел на игру. Я говорю о тех, кто не хочет получать алмазы. Винкса берите. Не, Винкса не берите. Винксу алмазы не нужны. Как зайти-то туда? Как, так же, как вы узнали об этом стриме, так же и зайти туда. В официальной группе. Чекайте посты, там есть что интересное посмотреть, всякие викториночки, новости и прочее. Вот, это раз. И иногда там вот происходит набор на игру, типа, с модераторами. В дальнейшем я знаю, что будет еще какая-то игра против топ-игроков. Это тоже довольно-таки интересно, не знаю, какие там будут призы, но вряд ли кто-то там выиграет команду топ-игроков из команды зрителей, вот что-то я вообще сомневаюсь. Если у вас не получается выиграть команду модераторов, при том, что здесь реально ребята чуть ниже скиллом, чем топ-игроки, вот. Ну, все кроме Карвера. Карвер, естественно, это топ-тигрил мира, вот. Нечестно. Карвера нужно заменить. Потому что реально он стяжки по пятерым постоянные. Как с этим бороться, что с этим делать, никто не знает.
Вот, и типа к чему я вел? К тому, что команды про игроков будет выиграть сложно. Может быть, будет без призов, просто фан-стрим, типа. Ну, посмотрим, посмотрим, как это все дело будет у нас развиваться. Спасибо, спасибо, что теперь правильно поняла, Фрулин, спасибо. Топом дать пик слабый, может быть, кстати. Ну вот, сейчас выбрали пик для команды модераторов, и вторую карточку уже проиграли. Ага. Подстава, подстава. Ну да, да, согласен. Подстава, подстав, честно. Можно, Карлер, можно дать парочку шикарных инициаций, честно. Можно, но это не сегодня будет, и это совсем другая история, да? Достал Мию? Уже? Ее еще не ввели, а ты уже ее достал? Хорошо, что там Мия, честно. Если бы там был бы Клинт, мне пришлось бы потратить очень много денег на то, чтобы купить очень много алмазов. Не знаю, наверное, продать бы пришлось компьютер, но я бы выбил этот легендарный скин на Клинта. Набираю одного, кто первый ID даст. Там у нас... ну вот, в принципе, уже ID дали, да. Почему одного? Двоих? Двоих же не хватает. Драгнил, ну просто кидать нужно своевременно. Кидать нужно своевременно. Бакимен зашел, ты смотри. Допросился. Напросился, так сказать. Сейчас проиграет, и опять потом будет бомбить у нас. Еще и в команде модераторов сидит. Симфони берите. Skyfire, Skyfire. Вперед, вперед, тебя добавили. Тебя выбрали. У тебя появилась возможность 200 алмазов получить. Давай, 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 вперед. Вперед, дружище, к победам! Смотри, смотрю, что творит. Да, вишенка, да. Недаром я Карину ненавижу. Алло, ну ты... не один, ты не один. Ты не один, братишка, мы с собой. Ну да, можно поучаствовать в конкурсе Нейра и ничего не выиграть. Виджерец, конечно. Могли бы вишенку пригласить? Честно. Она вот как раз таки и на Харли бы сыграла. И Карину бы поунижала. И алмазики бы получила. Вишня, чё за дела? Почему тебя не позвали? Давай, Винкс, давай. Удачи. Удачи на уроках завтра. Пока-пока. JumpRex. Подскажи, пожалуйста, я топ Бальмонт, первый, второй, третий мира, сейчас второй. Модератором как могу стать? JumpRex, ну это не ко мне, чувак. Я не заведую кадрами модераторов, то есть я просто стример. Я числюсь там в списке, типа, да, есть у меня тоже рамочка, но ко мне по таким вопросам лучше не обращаться, потому что я сам не знаю. Вот. Skyfire. А почему Sadness у нас сейчас идет за Skyfire вправо? Сэднесу влево, и мы начинаем третью игру. Вот. Напиши в официальную группу JumpRex. Если ты как-то хочешь помогать сообществу, то напиши. Вишенка имба, да-да-да. Да-да-да-да. Такую вишенку, какую? Your team is banning. Больной. Я говорил, какие герои запрещены, Ната не была запрещена. То есть ее мог взять и тот игрок. Просто у нас парень топил за Нану, поэтому он ее и брал на все матчи. И у него получалось побеждать. В конце, конечно, надо было брать другого героя. Ну и что поделать. Лакимен, по-моему, уже третий раз играет, честно. Вот это подстава. Подстава, подстав. Так, Франка забанили, Санна забанили, забирают нас Карину. Ну, то есть пик должен быть такой. Карина, Айдора, Фрея, Тигрил и... еще кто-то. Кто-то еще, кто?
и Керри, и Керри. Вот такой пик должен быть у модераторов, а здесь, ну, опять поехали, Чу, поехал, ну, топ-лолита, естественно, будет играть на лолите, тут все понятно, вот. Герой, ребят, давайте, давайте ритейлечку, возьмите ритейлечку, возьмите Харли и ритейль, можно не ритейль, можно Клинта Харли, можно Харли Циклопа взять и убийцу, там, какую-то Наталью, ну, вот. Не, ну Аргус может еще с Кариной побороться, да, но есть слишком много дизейбла там будет в команде. Там стану от Фрей, там от Эйдоры станчик. Ну, то есть, ну как-то вот неприятно на Аргусе играть против такого пика, когда есть реально такие направленные контроли. И самое-самое неприятное, ребятки, что то, что Заки играет на Карине. То есть, если бы у нас не топ-игрок играл на Карине какой-нибудь, то, может быть, у нас ситуация повернулась бы совсем по-другому. А сейчас... Ну, Заки самый сильный. Вот если быть честным, то Заки самый сильный из команды модераторов по игровому скиллу. Ему отдают самого имбового героя в игре, да? Сейчас, после фикса Керри, мне кажется, Карина, Харли, Циклоп, вот три героя самых жестких. Ну, еще Фанни можно сюда дописать, пока ее не понерфили. Вот как-то так. Так, ну взяли Харли, наконец-то взяли Харли, отлично, взяли еще туда и Аврору. Маг урона много, есть физдамаг, у нас будет от Аргуса, если он все-таки у нас как-то раскачается, хотя у него сейчас на как смайт, то есть все фармить он будет у нас нормально. Посмотрим. И снова без стрелков, да, ну стрелки не нужны, стрелки для слабых духом ребят. Фрули, ну гнуть такой жесткой комбой, как Харль плюс Циклоп, это не достижение, честно. Там-то особо много скилла не надо. Ты берешь, просто кидаешься скиллами, и у тебя все хорошо. Вот, и попробуй гнуть комбом из Ли Сун Сина и Сана. Вот тогда мы с тобой уже пообщаемся более серьезно, и я возьму у тебя интервью, и автограф, пожалуй, тоже возьму. Что-нибудь. Не знаю. Это как, знаешь, раньше приходили игроки и такие говорят: «Ой, как я жестко гну этот квалификацию». Я такой: «На ком играешь?» Он такой: «На Карине». Еще на старой Карине, которую не понерфили, которая там прыгала через полкарты на ульте и просто не давала жить никому, начиная с 4 уровня. Я такой говорю: «Ясно, понятно, спасибо». А на других героях играешь, смотришь, а у него на других героях 40% винрейт, а на Карине 80% винрейт. Вот, это я к тому говорю, что имбовыми героями играть может каждый, ребят, каждый. То есть, если на клинте у меня винрейт там 77%, а при этом настолько же игр у меня на керри был бы винрейт, пока если бы ее не понерфили, процентов 95, не меньше, честно. Ну вот и вся разница в силе героя. Ладно, ребятки, ну давайте, смотрим. У нас команда модераторов, получается, ничего не поменялось, кроме того, что у нас Дейзи теперь не на Авроре, а на Эйдоре играет. Скайфайр будет у нас играть на Аргусе, Весджит у нас странно, Харли с прибытием, ну и ладно. Люцифер будет играть у нас на Чу, Топ Лолита будет играть на Лолите и Лакимен на Авроре. Ребятки, на своих мейнах, в принципе, тех, кого я знаю, последние два человека. Вот, ну давайте, удачи обеим командам, пускай победит у нас сильнейший сейчас. Люцифер здесь начинает распрыгиваться, хорошо потянули сюда крипов. И смотрите, крипы у нас сейчас не агрятся, и кто же заберет? Все-таки Сэднес у нас забирает сейчас крабика, отпрыгивает после этого сразу, можно было бы, наверное, нападать на Харли. Харли у нас потерял сейчас шляпу, можно было его убить. И подбегает сюда Карина, Карина у нас уже 4 уровня, а при этом Харли у нас 2 уровня. И Карина знает, что Харли нужно бить постоянно, потому что потом он ей будет приносить серьезные неприятности. При том, что у нас сейчас на миде у нас стояла Карина, и у нее не хватает маны, ну и Скафайра, скорее всего, сейчас будут добирать. Первую кровь у нас проливает Заки на Карине. Харли уходит, и Аргус. Аргус стоял на миде, а вот у нас и прибытие полетело сейчас от Харли 2 уровня. После этого сразу на шляпе он отпрыгивает в сторону. Агрессивнее Харли надо играть, как мне кажется. Здесь у нас Аврора с Лолитой. Эта линия будет себя чувствовать спокойно, потому что даже потому что здесь стоит Зверькона, Керри в дуалейне после фикса, мне кажется, совсем не то. Далее, конечно, Заки мид, чтобы он побыстрее расфармился. Фрей у нас сейчас включает ульту, через флешку у нас прыгает Люцифер, нет, у него 4 уровня, 3,5 уровень только у Харли сейчас. А здесь у ребят тоже по 4 нету, но при этом команда модераторов по 4 уже получила. Щит включается у нас от Лолиты и эвейдится. Эвейдится урон у нас от Керри, чувствовать себя будет не очень хорошо, потому что стоит против Лолиты, да и за месах тоже, в массовых, я думаю, что не весь урон там будет проходить, потому что парень на Лолите, который играет, он умеет на Лолите играть, вот. Ладно, Скайфайр, зачем было смещение с мида за Карина, я немного не понимал, потому что, ну, не было у него, не было ульты. Третий уровень, Аргус смещается на ганг,
То есть на антиганг за Кариной, которая 4 уровня, при том уже Харли отогнали. Немножечко этого не понимаю. Отправляют у нас сейчас Тигрила в таверну. Счет становится 1-1. Третья минута ровно. Давайте посмотрим. На 800 монет у нас сейчас перефарм. Польза команды модераторов. 1800 монет у нас есть у Карины, у Скайфайра. При этом 1500. На 300 монет у нас встает как раз таки вот то убийство, которое он отдал. Вот на вот эти вот денежки он как раз таки у нас и отстает. Почти 7 уровень есть у нас у Карины, у Скайфайра сейчас 6 только что, только поднялся. 4 уровень у Седнеса, он себя вообще что-то плохо чувствует. Залетает у нас сейчас Луцифер, никого не решил выталкивать. Здесь сразу стал у него, у Харли есть ульта, есть, нет, нет ульты. Ладно, тогда понятно. Если нет у Харли ульты, тогда я понимаю, почему он сейчас вот здесь вот просто картишками покидывает. Когда есть ульта, я думаю, стоит нападать и нужно смещаться на Карину, потому что Заки нужно контролить, иначе он потом вам реально жизни не даст. У Заки уже там скоро будут темп появляться, там уже 200 по фарму, уже есть сапоги на проникновение, 2 магических ожерелья, есть уже посох. После этого интересно, что он будет собирать, может светильничек, может быть нет. Посмотрим, посмотрим. Так, ребята здесь немножечко наглеют, но, конечно, против одной лолиты стоять можно себе это позволить. Заходит, забирает лесного крипа, Аврора у нас смещается на мид, и это убийство, ребятки, да, наконец-то. Ганг от Лакимена на мид, и Карина Заки отправляются у нас в таверну. Хорошо, ребята, действуют, молодцы, поднимают. Сейчас у нас Чу здесь двоих ульта на Седнесе висит, при этом Чу тоже в него ульту дал. Седнес отправляет в таверну, 1-3 у нас становится счет. Дейзи нужно убегать здесь, подбегает у нас сейчас Аргус. У Аргуса есть ульта, он ее не использовал, когда забирали Карину, потому что это было бессмысленно. Молодцы, молодцы, ребята, начинают давить, и это уже хорошо. Сейчас здесь падает у нас катапульта, и Чу. Чу ждет в кустах, ребят, выше. И это не есть хорошо, потому что, ну, в принципе, у него ульты нету. Она будет, наверное, секунд через 15 у нас, да, 12 секунд у нас до отката ульты, поэтому он отсюда отступает. Керри на миде начинает один тавер пушить у команды подписчиков. И здесь Лолита. На Лолиту у нас залетает. Сейчас Тигрил, Зверькова включает ульту, начинает настреливать, при этом у него скорость атаки совсем маловато. Туда подключился Люцифер, поднимает у нас Зверько. Зверько у нас через течение пытается уйти замедление от Лолиты. Ульта улетела в никуда, даже получается по Тигрилу она не попала. Ульта от Авроры тоже Тигрил, ульта от Чу тоже в Тигрила. Тигрил через флешку и молот богов у нас отпрыгивает. Залетает сюда Заки, начинает нарезать понемножечку, ребятки отступают. Получается, защита от Лолиты, все по разным сторонам разбежались, в принципе. Показали, на что они способны, слили все ульты в Тигрила, команда зрителей, и отступили. Ну, молодцы. Если они в дальнейшем будут сливать все ульты в Тигрила, то, ну, ясно, ясно. То понятно, они алмазы свои видеть совсем, по-моему, не хотят. Ну серьезно, Харли, Харли у нас сейчас на шляпе, здесь ловят, и при этом шляпа у него осталась по тайрам, но можно на нее было бы отпрыгнуть, ну... Хоть как-нибудь бы там побайтил и ушел бы через нижнюю линию. Харли, боже мой, почему? Почему? Включается сейчас регенерация. Харли у нас не добивает. Залетает Дейзи через флешку. И это смерть от Дейзи у нас будет. Сразу Чу ее по тауэр загоняет. Поднимает у нас сейчас Седнеса. Седнес у нас уходит на первом скилле через стеночку. Ладно, нормально. О чем я говорил? Говорил о том, что когда у нас Харли, вот здесь у него стояла шляпа возле тауэра. Получается, он уходит по лесам. Его преследуют 2 человека. Можно было на шляпу прыгнуть сюда обратно и убежать вот, вот так вот. Потому что здесь стояла катапульта, она вытанковывала тавр. Почему он этого сделал, я не понимаю. Сейчас у нас пытаются здесь преследовать Седнеса. Седнеса наступает под Т2 тавр, потому что еще Т1 тавр стоит на месте. Если у нас Лолита держит сейчас вышка, вышки уже нету, Т1. У нас получается натопление у команды подписчиков. Седнеса сейчас забирают и по тавру. Залетает у нас ульта от Аврора, добивают его. Здесь Карина начинает нарезать пол Лакимен, но она остается 1-3. И Карину поднимает у нас сейчас Чу. Заморозка полетела у нас сейчас от Лакимен. Лакимен отправляется в таверну, пытается сейчас Карину догнать. Да, на первом скине ее Аргус догоняет и добивает сюда. Только-только замечает у нас Харли, который при этом стоял на миди и фармил крипов. Когда он увидел, что прямо возле него замес происходит, тогда он только вернулся. 3-6 у нас становится счет в пользу команду, в пользу команды зрителей. Но при этом верх уже спушен. Верх уже спушен, остается один тавр у нас получается на топе. Зверько включает ульту, начинает по Чу настреливать, Чу через флешку выталкивает его ближе к Скайфайру. Скайфайр, ну, нужен, замедление, замедление сейчас у нас... Нет, Зверков все-таки уходит, но череду убийств у нас получается сейчас Скайфайр. Сфера остается очень мало жизни, сейчас ульта висит на Тигриле, Тигрил тоже будет отправиться, наверное, слишком много контроля у нас сейчас выдает Чу. Ульту не успел дать. Понятно, 3-8, 3-8, аннигиляция у нас продолжается от команды подписчиков, молодцы ребята. В этот раз алмазики хоть получат. Ну, похоже, по крайней мере, пока что похоже на то, что они алмазики получат. Мантик как псих, да, можно было мантить как псих. Чу делает игру? Ну, я бы не сказал. Ребята, в принципе, в общем и целом неплохо играют. То, чтобы там один Чу сейчас бы пошел, какие-то чудеса сотворил, тогда бы, да, я бы это признал. Давайте смотреть на вещи объективно, ребят.
Так, ладно, 7-я минута, практически 8-я. Давайте посмотрим, что у нас здесь по фарму. 4400 есть у Зверько, 400 есть у Заки на Карине, 4200 есть у Скайфайра. Неплохо он подфармил, при этом у него уже есть Когти Хаоса. Дальше собирается, походу, у нас Ярость Берсерка у Харли. Талисман и сапоги на проникновение. Учу сейчас проклятый шлем, сапоги на скорость бега. Также талисман есть у Авроры и сапожочек обычный. А Лолита у нас имеет сапоги на откат и щит Афины. Ой-ой-ой, отлично, сейчас откинулся у нас, получается, Лакимен ультой, четверых он заморозил, но при этом Лолита уже не спасти, двойное убийство. Он сейчас получает Карина через флешку, пытается у нас сейчас уйти Аврору, но, скорее всего, Карина догонит, будет ли замедление, там сейчас будет у нас же волна Тигрила, поднимает этот воздух, отлично, Лакимен отправляет в таверну, тройное убийство у нас получает Карина. И здесь, да, здесь Фрей у нас сейчас добивает Харлис, ребятки, это, походу, этот. Шатдаун на Карину, конечно, накидывает у нас сейчас Скайфайр, но при этом и он, скорее всего, не уйдет, и Дора его добивает, и Тавр сейчас здесь будет пропущен. Первый защитник это он сейчас прям появится, но Тауэр здесь уже упадет по-любому, потому что есть крипы. Чего, если сюда сейчас зайдет, он, скорее всего, у нас отправится в таверну. Можно было бы его сейчас здесь допинать. Ульта полетела у нас от Эйдора. Чу включает ульту, пытается заявить урон. Тяжко от Тигрила. И при этом, ребят, сразу же включается ульта от Лолиты. Добивают, у нас отправляют в таверну еще и Фрею. Лолита включает щит, но я думал, что после этого замеса пронесут у нас еще и трон. Но нет, ребятки, все-таки слишком быстро появляются. Слишком маленькие уровни. 8, 7, 9 уровни в таверне недолго не задерживаются, поэтому упала просто линия. После ошибок потеряли линию. Ну, будет играть теперь сложнее. 9-10 становится счет. Небольшой камбэк у нас случился от команды модераторов. Опять Карина, опять на преследовании, опять не отпускает. Ну и сейчас Карвин у нас хорошо отыграл. Залетел, поднял он, получается, Аврору. Вытанковал урон от Тавра. Молодец, молодец, что сказать. И Скайфайр, наверное, себя сейчас не очень хорошо чувствует, потому что после того, как он не участвовал в замесе с самого начала, потом он, конечно, накинул на Карину шатдаун, потерял ульту, и после этого еще и отправился в таверну. Чу у нас, ребятки, два раза умер. Вот как-то так. Выровнялись. И по фарму сейчас у нас команда модераторов, получается, находится на 3000 впереди, чем команда подписчиков. Верхнюю линию просто постоянно можно толкать и оттягивать туда защитников. И спокойненько показывать свою игру по тем правилам, которые они хотят сейчас видеть здесь, вот на этой карте. Потому что, смотрите, вот сейчас у нас здесь Аргус нападает на Карину, но при этом, скорее всего, ничего годного здесь не получится. Карина просто его сейчас побьет, после этого через второй скилл она будет убегать. Аргус, да нет, он даже не успевает нас включить ульту. Аргус у нас отправляется от верну, начинает у нас здесь замес, тяжко Тигрила, походу, была у нас подвоена, летает зверьком, включил ульту, начинает настреливать по Харли. Харли на шляпе у нас отпрыгивает, половина хп у него остается, Лолиту здесь будет добивать, скорее всего, через Фрею. И нет, включается щит, но добивать все-таки будет. Фрея добивает у нас Лолиту. Дейзи мало жизни, она сейчас через тэп-аут будет уходить на базу. Поднимают у нас сейчас здесь Чу двоих, но при этом не особо это все успешно. У нас здесь проблема. Сейчас будут у Заки. У Заки проблемы, поднимает его Чу, и будет он, походу, выталкивать. Да, Харли полетела, да. Будут добивать, и практически Карина еще успевает и Чу забрать, при том, что остается один в три у нас Заки, и Чу еще успел забрать, потому что Чу у нас полутанк, и у него есть магический резист от шлема. Дальше у нас шипастая броня. Падает и один тавер на миде у команды зрителей. Счет становится 11-11. Перефарма уже 5000 в пользу команды модераторов. 6-4-2 у Карины, да, поконтролили ее, поубивали. Но при этом 7000 сейчас она имеет, и это на 2000 практически больше, чем у топ-фармера Харли из команды зрителей. Сейчас, походу, вырублюсь. Ну, плохо будет, если сейчас у нас вырубится Лолита, тогда уже шансов никаких совсем не будет у команды зрителей победить и получить свои алмазы, хотя начинали ребятки неплохо, Залетает. Сейчас у нас Тигрил. Карвер здесь. 4 человека на нем. У Лакимена заряжена пассивка. Включается ульта от Зверько. Начинает у нас стрелять. На Карвере сейчас висит ульта от Харли. Полетел первый скилл от Зверько. Смотрите, Чу ее просто двоих контролит. Тяжечка от Тигрила сейчас была по одной Лолите. Залетает у нас сейчас Скайфайр. Начинает порезать по Зверько. Сюда же Карина подключилась. Сразу у нас включает ульту сейчас Скайфайр и будет нарезать. Зачем к нему прыгнул Фрей? Немножко непонятно. Ульта от Дейзи сейчас была бессмертие от Аргуса. Ребята, здесь пытаются сейчас Карвера размять, и ничего у них не получается. Залетает туда ульта от Харли. Скорее всего, Карвер у нас погибнет, хотя он включает регенерацию. Нет. Карвер у нас выживет, здесь Керри добивает. И Харли пытается уйти вместе с Лакименом, прячутся они под этого тавером. Если бы Тигрил сюда зашел и отдал свою жизнь, можно было бы, наверное, двоих забрать. Забегает туда Заки сейчас. Ну, будет ли заморозка от Лакимена. Хорошо, Лакимен забирает. Смотрите, сколько хп, они просто прячутся. Здесь нужна одна была волна Тигрила. Тигрил зря, наверное, ушел сейчас на базу, потому что можно было бы сейчас двоих здесь добрать через его смерть. И после этого что-нибудь еще спушить. Вот Дейзи опасно забегает. Опасно она забегает в эти кусты. Можно было бы через первый скилл по местности прочекать и двоих как-нибудь даже забрать. Если когда она здесь находилась, она бы успела скилл дать. И ребятки тогда бы на базу отправились уже не своим ходом, а после смерти. Падает у нас Т2 Тавр сейчас у команды зрителей. Получается на миде. Верхняя линия до сих пор страдает, хотя и крипов немножечко оттолкали.
Ладно, ладно, Сэднес почему-то у нас до сих пор не ушел похилиться, или, видимо, хилиться он совсем не любит, Дейзи тоже решила, что улетать на базу не очень хорошее занятие. Подходит крипы по нижней линии, отлично, сейчас у нас Локимен отыграл, заморочка была по Карине, после этого залетела ульта, Карине сбили, сбили вот этого вот ее напор, так сказать, охладили немножечко. Вот, ладно, Карина сейчас будет забирать синий баф, замес, если будет проходить, то немного команда модераторов в нем будет уступать, потому что у нас ребята не хотят хилиться. Ну, Фрей подхилилась, да, Фрей подхилилась, потому что у нее есть чем восстанавливаться здоровье, Дейзи у нас, походу, регенерируется только через регенерацию, да, никакого магат-хила у нее, получается, нету со скиллов. И Skyfire слили слишком много скиллов. Фрей зря к нему подлетела. Когда у нас Skyfire включил ульту, правильно начал его, получается, Заки контролить и не давать ему наносить урон, чтобы он не похилился. А залетела Фрей, такой Сэднес говорит, а похилься так с меня, пожалуйста. Вот, и после этого еще ульта залетела от Эйдора. Вот это была такая серьезная ошибка, которая с какой-то вот степени даже повлияла на исход замеса. Пытаются у нас сейчас сверху здесь пушить, стоят крипы, настреливают понемножечку. Можно было бы, да, через Тигрила залететь, но у Тигрила есть флешка, у Тигрила есть ульта. Но при этом у нас Заки сейчас смещается на нижнюю линию, скорее всего будет ее толкать для сплит-пуша. Начинается у нас сейчас здесь замес, Чу залетает, выталкивают они в сторону сейчас Сэднеса. На Сэднесе сейчас летит ульта от Харли, хорошая стяжка была сейчас у Тигрила, троих он стянул, но при этом никакого ассиста дальше нету от команды. Ой, заморозка была от Локимена, в никуда, добивает у нас сейчас Сэднеса. Ребятки, он в таверне, Лолита выходит у нас на первую линию, у нее есть смерть, ультат Эйдоры тоже никуда улетел, получается, для того, чтобы только сбить щит. Двойное убийство у нас сейчас получает Карина, и, скорее всего, даже Люцифера будет добирать, да. Тройное убийство, вот она, да, маньяк на Карине у нас исполняет сейчас Заки, просто вовремя подошел он за место. У Скайфайра нету ульти, это беспощадный на Заки, ребятки. Карина сделала эту игру. Давайте, если можно было бы картиночки бутылки кидать в чат, я бы попросил вас это сделать, но нельзя. Вот так у нас заканчивается третья игра, модератор против подписчиков, опять Карина, при том, что хоть как-то можно было ее законтрить, но я не увидел той игры от Харли, которую я ожидал увидеть, честно. Нужно было стараться больше, вот что я вам хочу сказать. Карина последняя просто пятерых, залетела с нижней линии, или с нижнюю линию оттолкала, вернулась и после этого просто пятерых забрала. Попрыгала немножечко, ульта слишком у нее жесткая, ребят, слишком много урона Карина вносит, поэтому... Сколько мы ее просим фиксить, нас разработчики не слышат и, видимо, не считают ее очень имбовой. Даже после нерфа синего бафа, который сейчас у нас получают убийцы, ну, вот такие результаты она может выписывать. Вот такие. Ну, что поделать. Все, ребятки, третья игра у нас на этом закончилась. В прошлый раз у нас команда подписчиков выиграла 2 раза. В этот раз не выиграла ни одного. Серьезнее, ребятки, надо к этому относиться. Вот что я вам хотел сказать. Ну и на этом, в принципе, все. Я вижу, что лайков слишком мало, вы жадные все. Не надо жадничать. Лайки вы, в принципе, могли поставить за то, что команда модераторов и я вместе с ними стараемся для вас, для того, чтобы у вас было в воскресный вечер такое развлечение, возможность выиграть 200 алмазов. Ну и, наверное, на этом мы будем с вами, ребятки, прощаться. Следите за новостями в официальной группе, подписывайтесь на канал, не забывайте поставить лайкосик. А с вами был N23R, всем удачи в боях, а тем, кто пойдет спать, спокойной ночи и удачной вам недели в будущем, потому что сегодня уже воскресенье. Ай, завтра начнутся тяжести. Пускай у вас понедельник будет не тяжелым днем, а легким и хорошим. Все, всем пока-пока, ребят.